Здравствуйте, мои дорогие друзья. Ох, знаете, вот, очень многие люди как бы несчастливы, да, на самом деле, и себе ставят некую такую сами себе некий блок. То, что, да, вот я, допустим, ну, вот так вот, вот такой мне выбор, такой урок. Но на самом деле, дорогие мои, ведь сила нашего намерения, она очень велика. И на самом деле, главное поверить. Поверить и сказать, что, как говорил мастер, что да, я благодарен за этот опыт, я уже получил его. И сейчас я хочу получить опыт счастья, радости, любви, благополучия. И намерение, дорогие мои, обязательно сработает. Когда оно будет идти от сердца, из вашей души, обязательно. И знаете, события будут складываться вот именно таким чудесным образом, да, вроде бы, знаете, как будто вот, как специально, да, вот как по накатанной, вот так вот. И знаете, общался сегодня с одним человеком, и как бы, ну, на такую тему, что любовь – это жертва. Да, я согласен в какой-то степени, наверное, то есть этот человек прав. Но, дорогие, это еще и радость. Радость на самом деле, то есть когда ты реально, допустим, да, любишь человека. Может быть, да, такая вот сильная привязка какая-то. Но это на самом деле любовь – это гармония. А как без нее? То есть именно гармоничные отношения, если вот они с обоих сторон. То есть, как бы, ну да, наверное, чем-то жертвуешь. Но, может быть, даже и не замечаешь этого, да. А во-вторых, наверное, просто тебе приятно это делать. Ну, вот именно для твоего любимого человека такая вот. Ох. Вот так вот, дорогие мои друзья, как-то я вот так, вы знаете, сумбурно немножко. Может, этот человек посмотрит мое видео. И на самом деле, то есть поймет, что я хотел донести. Что, ну, реально как бы получить опыт счастья, радости, любви, благополучия, созидания. И на самом деле возраст, он не очень большое значение имеет. А самое главное, ваша вера и сила вашего намерения. Счастья и радости вам всем. Всех уважаю и очень люблю.